Два, да? Три. Там. Красивые хвосты. И сейчас Олег Алексеевич, Витя и Юляшка поведут наших красавцев. Отсюда уйди, чтобы ухожу, сюда, ухожу, знаешь, я их с лица. Ухожу. Чтобы вас предали. Не надо. Вот, пошел первый. Первый идет белоснежный красавец. Умничка. Умничка. Пойдем в травки. Красивый. Зеленый травка. Это у них клеймо, да? 102. Соскучился по травке. А кто не? Это мальчик. А те два тоже мальчика? А еще не знаем. Сюрприз будет. Как в песне. Выйду в поле я с конем. А там выводят второго красавца мальчугана. Ой, красивый какой, с косой Витя ведет. Красивый тоже к травке соскучился. Это колючий, ее кушать не можно. Вот это кушать. Хороший, 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 красивый. Какая у тебя коса красивая. Красавец, да. Попали вы в свой лошадиный рай. Оп, и все поняли, что... Ну, подожди, сюда тебя погладят.
Красавец. Кушай. Вот. Вот этот спокойный. Соскучился, да? А этот прямо... Походить, прямо, да. Аж из-под себя. Ой, какая красота. И третий. Юляшки. Ну что ж, выстраиваемся в боевой порядок, да? Давайте, да, вы вперед, потому что спокойненько. Сейчас вот чуть-чуть пусть успокоится третий. Чуть-чуть. Такой. Перебирает. Вышагивает, как в цирке. Очень много амбиций у этого коня прям. Ну, это да, его, я красавец, он же знает, что красивый. Он же это чувствует. Они сказали, как их имена? А в паспортах? В паспортах. В паспортах еще не увидели. Ветеринары забрали паспорта, смотрят, изучают. Детей придержите, пожалуйста, к себе. Спасибо. Юляшка, со львами ты была. Да. В парке львов Тайган. Надежда дает, чтобы не попасть под колеса. И вот таким стройным шагом впереди Олег Алексеевич. Ну, увидите, самый такой. Вообще красавец. Оп, оп. У него лосница. Здесь лосница. Посмотри, какой красавец. Вообще. Витя, тебе повезло. Ты такую красоту ведешь. Красота, да, Татьяна Сергеевна? Песня. Ну, пошли домой, дети. А ты вперед, Таня. Да, да, еду. Давай. Оп. Аллея. И красиво идут. Виден прямо горцуй темный. Через весь парк. Thank you.
9 мая. Вот такой подарок. По Кельвон Тайган. Первая Юляшка ведет своего белоснежного красавца. В парке Львов Тайган можно увидеть все, что угодно. И вот такой проход. Горцует идет. Доброе утро, с праздником. Спасибо. Не просто идет, горцует. Красавцы. Доброе утро, с праздником всех. По красивому парку. Посетители, деток придержите. Обезьяны в шоке. Камадривы застыли. Посетители тоже в шоке. Мы приближаемся к новому дому. Бам. А Василиса как охотится? Вот он дом. Но, конечно, один. Аккуратно. Вот он, новый дом. Там затянуты, можете только вот эти поводки снять, а уздечки я потом должен с ножичком прийти снять, там они изолентой замотаны. Добро пожаловать, Тайган.
Тут же стали выяснять отношения. Сразу понятно, кто здесь будет вожаком. Как красиво, белый, черный. Вон он ходит за лошадями. Все понятно. Нет, я... Пока. Яша думает, лучше я пока в домик. Угу. Выстраиваются как на арене. Ага. И бегут по кругу. Ага, да, бегут по кругу, как на арене. Значит, цирковая, да? Яша Тикач. Вместе держится, да? Черный посередине. На. Да. Такой сам. Но лидер не лидер, да, а получить копыта получил. Они обалдели просто. Что там, вольеры, 13 на 13? Яша. Скажи, хозяин, кого ты привез? Яша, отойди, панораму закрыл. Также в парке Тайган предоставляется уникальная и незабываемая экскурсия «Прогулка ко львам». По всем вопросам вы можете обращаться к администратору парка на входе. Желаем вам хорошего настроения и незабываемых впечатлений от посещения. Тихонечко парка. За Яшей и Яна пошло. С Яшмой. Красавцы. Вот он горцует, да, вот он не бежит, он горцует. Яночка идет. Яночка. Так, товарищи, пойдемте. Все, спасибо.